В этой студенческой аудитории сегодня необычные занятия. Никаких устных зачетов, скучных лекций и самостоятельных работ. За кафедрой вовсе не университетский преподаватель. Белорусский университет информатики и радиоэлектроники давно ждал мастер-класса по IT-технологиям от специалистов из России. Развитие взаимоотношений с университетами и подготовка кадров, умеющих использовать современные технологии, которые мы предлагаем, это, наверное, залог нашего будущего. Информатики оживленно обсуждали новейшие компьютерные тенденции. Сухие графики на мониторах посвященным говорят. Компьютерные программы способны даже спасти человеческие жизни. Делается операция на сердце, причем сердце в режиме онлайн, то есть оно бьется. И, значит, у хирурга есть руки, значит, с помощью которых он управляет скальпелем. Но дело в том, что сердце бьется, и камера, она движется вместе с биением сердца. Выпускников этого вуза высоко ценят не только в Беларуси, но и в России. И чтобы вести молодых программистов со студенческой скамьи, IT-практики из соседнего государства теперь будут частыми гостями в стенах Белорусского университета.